Испокон веков рыба была частью рациона человека. Но в современном мире мы часто не знаем, что у нас в тарелке, когда и где ловили эту рыбу. Рыба проходит длинную цепочку к потребителю, ведь сначала она хранится у рыболова, потом ожидает своего отправления на складе. И до 50% рыбы могут оказаться непригодными для реализации. Сложные логистические цепочки способствуют ежегодному выбросу рыбы в мусор на 50 миллиардов долларов. Ежегодно. И за это платят потребители. Как узнать, где и когда рыба была поймана? Сидора – идеальное решение. Путем сбора предзаказов и трекинга поставки с помощью блокчейн-платформы мы знаем точное количество продукции, необходимое для отправления. Мы указываем дату и место улова, отслеживаем весь путь товара от рыболова до потребителя. Рыба не хранится на складах, ведь мы работаем напрямую с рыбацкими хозяйствами, минуя посредников. Мы обеспечиваем доставку рыбы с мест естественной среды обитания в течение 2-3 дней. Покупайте только свежие морепродукты и рыбу из разных стран мира вместе с Сидора.